Орловский энергосбыт за год нарастил долю рынка и потребителей. Компания подвела итоги работы за минувший год. Мы в полном объеме выполнили все обязательства перед нашими основными контрагентами, как с оптового рынка, то есть поставщиками. Нам удалось справиться с теми вызовами, которые нам сделал рынок оптовый со своей ценовой политикой во втором полугодии 2017 года. За 2017 количество потребителей выросло почти на 10%. Сейчас клиентами являются 283 тысячи человек. Компания также отмечает снижение суммы долга за потребленную электроэнергию. Она сократилась на 11 миллионов рублей. К началу года общая сумма дебиторской задолженности составила 704 миллиона рублей. У физических лиц не такая большая дебиторская задолженность, как у юридических лиц. Есть единичные клиенты, у которых десятки миллионов рублей, тому, например, травматическое предприятие, которое никак не выйдет из состояния хронической задолженности, которая наблюдалась в течение 2017 года, она никак не стабилизировалась, к сожалению, и на сегодняшний момент она у нас остается.